В Анапе прошла 11-я спартакиада трудящихся муниципального образования, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие около 300 человек. Представители детских и юношеских спортивных школ, детских центров творчества, сельских округов и воинских частей. Активным участником стал Федеральный детский центр «Смена». Спартакиада на протяжении многих лет объединяет трудовые коллективы по всей территории Кубани. Знаю, что спорт у нас настолько развит, что мы всегда были впереди всей планеты, в Краснодарском крае. Спартакиада делает спорт не только массовым, но и вдохновляет на новые победы и достижения. 24 команды с нетерпением ждут прохождения этапов. В традиционные испытания включили военно-прикладное многоборье. Сотрудники центра «Смена» с полной ответственностью подошли к соревнованиям. Ян Климкин, сотрудник центра, занимается гимнастикой с юных лет. На этапе подтягивания перекладины сделал 17 раз. Очень приятно, что Федеральный детский центр принимает участие в таком масштабном мероприятии. Будем надеяться на то, что ребята покажут еще лучший результат в других дисциплинах. И будем надеяться, что займем призовые места. Участники соревнований также разбирали и собирали автомат Калашникова. Набивали магазин автомата патронами. Но одним из самых сложных этапов стала эстафета. Чтобы в каске, в полном обмундировании, с бронежилетом, с противогазом и с автоматом, это просто нечто. Показала очень хороший результат, так же, как и ребята, которые участвовали за нашу команду. В начале на построении мы увидели, там есть большой-большой кубок, мы присмотрели его. Он по-любому будет наш, может быть, не нашей команды, которая сегодня, но соревнования будут продолжаться еще в течение месяца или более. И мы оставили, либо себе, либо нашим коллегам за дело на будущее. Федеральный детский центр «Смена» примет активное участие в следующих этапах соревнований.